Здравствуйте, мои дорогие зрители, случайные зрители или фанаты Ричарда. Ситуация у нас такова. После того, как появился мальчик Тереза, они там что-то чики-чики, чики-рики, рики-чики, и она у меня в кровати, вот, ее опять... Ричард снова за свое старое дело со своими яйцами. Вообще, конечно, все. Вот так, да, Ричард. Закатывай свои яйца обратно, давай. Кати, кати. Развалил по всей кровати, конечно. Что это? Ну так, я сплю на полу, если что. Ну, Ричард спит на кровати, потому что она же мать. Вот, я не спорю потом. Ну, я еще не доросла до этого уровня. Ладно. Сидит себе птичка. И вот так вот я ей беру салатик. Меленько, видите? Вот, нате вам. Держите. Вот я не могу понять, голубь это, коза, пингвин. Что ты? Кто ты? Что ты? Как такое может быть? Что вы будете рацион сегодня? Тут у меня еще есть такой вкусняшечка такая. О, уже засматриваешься, уже смотришь, уже ожидал. Я не кушаю твою еду. Не кушаю. Давай, фуршет. Это когда ты повар, и у тебя отпуск. Давай, давай, с салатиком, салатиком. Все верно. Вот такая симпатяшка, да? Ну вот я не знаю, как бы. Вот что будет? Будет или не будет дело с этими яйцами? Он что-то там прыгнул на нее. Ну, не просто прыгнул, да, а целеустремленно, как бы. Знакомство перешло все грани. Он явно пересек черту друзей этих. Ну, по-своему подружился. Вот так вот. Мне кажется, что она это все делает, потому что ей нравится, как я за ней ухаживаю. Потому что это так всегда. Но сейчас это уже, конечно, перешло все. Потому что уже в кровати прям, и я не могу ее согнать. Я перезабираю куда-то яйца, она все равно идет туда, садится и ждет, пока я поставлю их обратно. Вот такая хитрожопая курочка у меня. Ой-ой-ой. Да ты что? Ой, знала бы ты их, как я жарю их потом. Угу. Такой вкусный омлет получается. Ой. Ты что? Такой сладенький прям. Такой сладенький, как эти курочка моя. Да, как и ты, моя курочка сладенькая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И омлетик такой сладенький из деток твоих. Ну, там нету деток. Ну, не было, не было. А сейчас и никто не знает, что с этого получится. Вам, может, модену к салатику добавить? Может, немножко бальзамчика салатику? Или так? На ночь нет, не будешь, да? Хорошо.
Дай вкусяться ты уже с этим яйцом. Ой. Что ты там делаешь с этими крылышками? Ну давай я тебя затолкаю его, давай. Сюда, давай. Все, сиди. Отлично. Пододвину тебе, да? Давай, салатик. Вот салатик твой, давай. Курица. Надо очень мелко, конечно, резать. Хочет. Говорит, не дави на меня. Ладно, давай тебе еще водички. Вот так вот, моя умница ты моя. Ой-ой-ой-ой. Это, если что вы знали, это не водка, да? Это вода. За вот так вот. Кто-то же должен пить в этой квартире. Вот так вот. Вот. Жесть просто. И сколько я? 3 недели должна спать на полу, да? Пока ты будешь тут перекатывать свои яйца. Кстати, вот тут вот сразу спит наша звезда Люся. Да? Люсика? Люсик? Курочка моя? Курочка моя? Не, нельзя. Все, сиди там. Все, сиди там, потому что ужинаем все. Вот так. Интересная такая компания, да? Все? Все, моя муленькая. Мой Зюзик. Зюзика моя, ёй-ёй-ёй-ёй, какая ты злая, ёй-ёй-ёй-ёй, ёй-ёй-ёй-ёй, о-о-о, бебешечки, да, думаешь, будут бебешечки у нас с тобой, о-о-о. Какая смешная. Очень смешная птичка. Ладно. Так что будем... Еще буду вам снимать видео, что будет происходить дальше. Ой. Конечно, я хотела бы, чтобы не было птичек. Да? Потому что, ну, это вообще... Канарейка, голубь, Ричард, голубь, Тереза... 4 кота и сухопутная черепаха. Ну, вот так себе. Такие вот у меня друзья, да? Давайте, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за этим чудо-юдо. И пишите обязательно свои комментарии и вопросики. Все, всех целую, люблю, пока!